Хорош! Да! Да! Ой, сколько у меня на это ушло? Слушай, часа два, наверное, бро. Часа два. Боже мой. Ребята, поставьте жирненький царский лайкостик. Серьезно. Хоба! Всем здорова! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка. Мы с тобою продолжаем играть в Pizza Tower. И это, ребят, последнее. Это уже 100%. Ребят, не буду я там разделять один уровень, два или три. Все разом в этой серии будет. В общем, обязательно поставьте лайкосик за то, что мы прошли. Между прочим, где-то процентов 40 не верили, что я вообще на П-ранг смогу-то хоть первый этаж пройти. А в итоге, как бы, вот мы смогли с тобой добраться до последнего этажа. Конечно, будет сложно. Не знаю, честно, когда выйдет эта серия, но если она подзадержалась, знайте, что... Тяжеловато, потому что это уже последний уровень. Все, в принципе, хорош тут что-то говорить, ребята. Мы с тобой отправляемся вот сюда. Ох, но это самый простой уровень. Где-то он проходится за 6 минут. Из остальных там другие там по 8 минут. Поэтому погнали, ребята. Первое, как всегда, мы с тобой поглядим. Тут, видишь, уже злая пицца, ля, призраки. Тут самое важное, да, сказали, что это призраки. Вот их уничтожать, либо, конечно, ребята, вот так вот быстро гнать. Так. Давай, братан. Уф. Так, ну начало такое, нормально, ребята. Вот этот призрак, конечно, нам задаст жару. Воу. Братиш. Короче, нам тут вставлять палки в колеса будут, да, и вот так вот, короче, делать. А мы сначала просто проходим, ребята, ничего страшного, вообще просто разомнемся. Где тут что? Не, найс, конечно, мы... Да боже мой, братан. То ли молчать, то ли разговаривать. Вот фиг его знает. Ребята, чтоб лучше получалось. Естественно, не должно было идеально получиться тут. Конечно. Кинул. Как-нибудь так разбираемся, пацаны. А ну-ка, ты иди сюда. Всех сюда, под одну гребеночку.
Брат, быстрей! Есть. Ну почему этот дурак? Быстрей! Ух! Ух! Ух, повезло, повезло! Он почему-то, вот я не знаю, почему он не сагрился. Так, тут прыгаем. О май! Испугались, обосрались, да? И вот сейчас самое, блин, сложное будет. Ля. Так, во-первых, значит, вот это вот. Забираем Джерома. Ты лети давай. Вот так вот. Чуть-чуть хитрим. Давай, брат. Так, ну это-то найс, да. Ну капец. А, ну тут в принципе легко. Тут в принципе легко, ладно. Тут, в принципе, легко. Так. Куда, 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 туда, туда, туда. Спасибо. Спасибо. Подсказали, так сказать. Пятьдесят шесть секунд. Сорок семь секунд. О, отлично. Отлично. 35 секунд. Надо ускоряться, ускоряться, ребят, конечно, понимаю. Так, что здесь у нас? Все, 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 все! Боже мой, есть! Господи, господи, я уже даже выеживался под конец не стал, потому что все понял, все, все, хватит! Ух. Блин, это самый легкий уровень, это самый легкий за 6 минут 40 секунд. Капец просто, что нас дальше-то ждет, ой, мама. Так, ну что же, друзья, в общем, вроде как легкий уровень, говорят. Поэтому, ребят, ну на всякий случай я уже квас приготовил. Желтая бочка, пацаны, давайте, ля, давайте, сейчас бахнем. И let's go, уже скоро финал игры, боже. Ну надо было P-ранг, конечно, побыстрее проходить, но... Сейчас посмотрим. Сейчас поглядим. Ребята, в общем, вот как-то так. Это выглядит праздник, аниматроники. Тут прям все совместили. И хоррор. Не издавай ни звука. А, первая каточка, как всегда у нас, ля, а, мы с тобою... Разогрев, разогрев. Так, в принципе, неплохо. Оп-оп-оп-оп-оп. Тихо-тихо, стой-стой-стой. Погоди.
Так, нормально. Капхэдди, ребята! Блин, ну это вообще имба. Так. 4, 3, 2. Погнал. Погнал, родной. Вот эта вот музыка вообще клёвая. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Да, тут у нас секретка. Можем так быстро делать. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Повезло, повезло, родной. Вообще капец, повезло. Так, здесь можем, наверное, не торопиться, ребята. Так, хорошо. Хорош. Не, в принципе, пока довольно очень легко. Идем хорошо. Не знаю, что там дальше, конечно, будет. Так, в принципе, на него плевать. Можем тут немного. Я думаю, успеем 100%. В принципе, ничего страшного, что мы его пробудили. То есть, ну как бы ошибки, да, ребят, они так и так будут. Вот. Так, тут уже нельзя, прикинь. Тут его нельзя просто так. Ладно. Быстрей, 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 быстрей. Я, конечно, офигею, если мы с первой попыточки быстро все пройдем. Так. Ой-о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 й-
ребята. Давай, 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 брат. Хорош. Ля, нифига не вижу, пацаны. Нифига не вижу. Я вам рассказывал, короче, такую фигню. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Короче, рассказывал такую фигню, чуваки, что у меня... Так, есть... Ой-ой-ой, этого... То, что яркость монитора надо выкручивать. Ой, хорошо как! Так, ребятки, здорово. Так, тут проблема, тут проблема, но... Пофиг. Пофиг, мы идем дальше. Да, мы на изи справляемся. Понимаю, что так проще сделать. Ой. А, тут, короче, погоди, погоди, погоди. Секретка, секретка, секретка. А вот здесь что-то, ребятки, надо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хорош. Хорошо, хорошо, хорошо. Хоть и было это близко. Очень близко, ребята. Ничего я нифига не вижу, блин, монитор. Так. Пойдет, 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 господи. О май. Так. Блин, там целая банда! Ой-ой-ой-ой, Джером. Ган.
Наконец-то, пацаны! Хорош! Не, ну тут проиграть по факту невозможно, а? Или ошибаюсь? Хорош. Блин, какая-нибудь заковырка будет, пацаны. Какая-нибудь заковырочка может быть. Так, ускоряемся или что? А, ля. Отлично. Так, тут... Да-да-да-да-да. Быстрей, 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 быстрей. Брат, 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 брат. Комбо, 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 комбо. Как он идет? Как он идет, ля? Хорош. Так. Тихо, тихо, тихо. Братишка. Ух. Блин, я очень волнуюсь, пацаны. Блин. Уф, 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 уф. Стоп. Да, тут такая фигня. Да. Так, а почему у нас так мало? Че, больше надо? А сколько на поле надо, ну? Нифига, ачивочка! Брутал. Боже мой, Компани! Отлично, отлично, отлично! Давай, братик! А этого нет! Двадцать восемь секунд, пацаны. Хорош, братан! Туда-туда. Первый уровень с первой... Ну, слушай, это, конечно, офигеть. Чуваки, вот это, конечно, капец. Жесть. Пойдет. Пойдет, реально пойдет. Уф. Охренеть. Погнали, погнали. В общем, все-таки вот такой вот уровень надо пройти на П. Да, ребята. А тут, в принципе, ничего такого прям супер сверхтяжелого-то нету. За исключением таймера. Он, конечно, очень сильно будет напрягать. То есть и комбо, и таймер. И, в общем, это все будет... Очень напрягать. Так, быстрей, быстрей. И еще со стволом надо ходить тут. А так, по идее, ну все легко. Так, это есть. Этого уничтожили. Так. Вниз. Этого не уничтожили.
Тихо. Вот это вообще капец! Какая фигня, смотри. Секретки здесь самые легкие. Просто самые легкие, ребят. Потому что они все на виду. Тихо. Быстрей, братан. Отлично. Семнадцать секунд. Блин, я уже забыл то, что эти сейчас будут очень сильно мешать. Хорошо. Бомби! Он скидывает бомбу, говнюк! Все, найс. Ну-ка. Отлично. Ну! Блин. Тихо. Отлично. 20 секунд. В принципе, как и в прошлый раз, так что нормально. Ля, как будто батин жигуль там заводится, ля. Так, сюда.
Ну тут надо как-то аккуратнее. Так, тихо. Это нам бомба нужна. Бомби. Ля квакушки, а. Лягушки. Бомба! Нормально. Ну, брат, ну почему ты так прыгнул? Спокойно. Так, обосрался. Есть. Давай, братик. Так, времечко есть. Да назад стреляй, блин! Тихо, брат, ну что за Need for Speed тут устроил, а? Тут надо аккуратненько. Молодец. Молодец. Ну пусть так хотя бы. П-ранг. Минута. Плохо. Потому что тут эти черти. Тут уже пофиг мне. Но только единственная ракета за мной до сих пор. Тихо. Ля, квакнул все-таки, а. Хорош. Есть! Все, отлично. Хорош. Фу. Новая одежда. Ну, там дальше, ребята, только... Только путь такой. Да-да, мистер Стик. Ну что же, друзья, мы продолжаем, и наконец-то мы уже подошли к финалу. Да, ребята, поэтому поставьте жирненький лайкосик. Не знаю, с какой попытки я пройду это, конечно. Отдаем мы бабки ему. Через время тут он же появится... В одежде бродячего. В общем, нам
сюда. Ребята, честно, не знаю. Не знаю, с какой попытки я пройду. Вообще, по факту, П-ранга как бы нету у пиццы, но... Ребят, ну надо, надо без урона пройти, надо. Ну что, помылся, родной. Офигеть, перед битвой, а какое? Как на свидание прям какое-то. Ну-ка, давай, погнали. Ой, ну пожелайте мне удачи, ребята. Погнали. Ой, не знаю, с какой попытки, ребята. Прям волнуюсь, правда. Ну что же. Вот он. Вот он. Погнали. Итак, ребята. В принципе, все легко. Будем его валить. Так. Блин. Погнали, чуваки. Так, сразу говорю, не с первой попытки у меня получилось, ребята. Да, нифига. Так, сюда. Есть, готово, готово. Все, аккуратненько. Отлично. Еще этот у нас остался. Ничего, ничего. Главное, что живем. Погнали. Так, так, вроде не получили урона.
Давай, братишка. Хорош! Да! Ой, сколько у меня на это ушло, слушай, часа два, наверное, бро. Часа два. Скилловый, но, блин, я смог. Боже мой, я смог. Мой, ура! Блин, а сейчас же еще хуже будет. Сейчас погоня, боже мой, чуваки. Это капец просто. Это просто капец. Ой, ребята, ну погнали. Погнали, что я скажу вам, а? Это капец. Ой, уже подлагало что-то. Тихо. Братишка, погоди. Блин, темно вообще, капец. Нет, назад. Господи. Тихо. Так, братишка, погоди. Боже мой!
Думаю, ничего страшного. Ага. Братан, ну что ты творишь? Ух. Там точно видел. Хоть бы П. Блин, ребят. Ну, слушай, получил какую-то одежку. Это по-любому, это 100% П. Блин, капец. Это просто капец, ребята. Если честно. Естественно, оживает. Боже, поставьте лайкосик. Прям вообще, прям такой жирненький. Ну что же, друзья, это концовочка. На П мы прошли. Мы, правда, на ачивки-то не все получили, но, ребят, надо отдохнуть будет. Может, получим все ачивочки. Ну, в общем, ребят, мы это сделали. Лайкосик. Также, конечно, залетайте в Телеграм. Но это еще не все, по идее. Вот. Финальное судейство, да, все дела. Ну давай, Пепино. Время там, наверное, капец просто. Процентов. Не 100 даже, а что, погоди, а что там на 100 должно было быть? Капец. Воу, ну хоть воу, хоть воу. Спасибо на этом. А почему 99%? Так, ну что же, друзья, в принципе, дубль 2 я смог. Правда, интересно, слушай, я уровень, ну, переигрываю, получается. И тут такая фигня, что никто уже не сбегает из башни, кроме Пепино. Вот, ну теперь точно П-ранг. Все, отлично, ребята. Все, супер. Все, супер. Отлично. Найс, найс, завершили. Хорош. Отлично, ребят. П.
Ну что же, друзья, вот теперь 100%. 100%, да. А там в финальном было 99%. Почему так? Потому что вот последний не на П. Вот. Но как бы видишь, блин, мы оживились. Столки у нас живой. В общем, ладно. Хорошо, хорошо поиграли, бро. Надеюсь, тебе понравилось. Обязательно поставь жирненький царский лайкосик. Залетай в Телеграм. Бай-бай, дорогой братишка.